Бог. Открываем дверь, чтобы люди не хватались руками за ручки. Да, обработал руки и пошел на свое рабочее место дальше. Вот этот вот контрольно-пропускной пункт – это великолепный отсев людей с простудой. То есть, если сотрудник видит, что идет человек, кашляет и чихает, здесь мы не играем уже в демократию. И давайте, вот если мы боремся с действительно эпидемией, то здесь не должно быть там я начальник, ты начальник. Если ты заболел, пожалуйста, уважай всех остальных и показывай своим личностным примером. Останься лучше дома, болей дома, если у тебя легкая форма заболевания, какой-то простуда. Если действительно уже идет осложнение, тогда уже обращайся за квалифицированной медицинской помощью. Да, это тоже хороший путь, но опять же мы должны понимать о свойствах дистанционных термометров. Потому что для того, чтобы он качественно сработал, сейчас еще все-таки прохладная погода, а для того, чтобы у человека определилась непосредственно правильная температура, ему нужно в помещении уже побыть там минимум полчаса, 30 минут. Поэтому если мы заходим с холода, утром пока у нас еще холодно, то зачастую, даже если у человека будет температура там 38, особенно лобная кость, мы сейчас видим вот эту вот постоянную ошибку, что делают термометрию на лобной кости. Нет, лобная кость, она самая широкая у нас, она у нас достаточно остывает на низких температурах, и она не показывает эффект. Поэтому нужно термометрию делать или на сонной артерии, или в районе запястья, или, сейчас я, чтобы не соврать, еще третье место у нас есть, это... Ну, доступно, в принципе, запястье и шея. Вот эти вот точки нужно делать. А когда делают на лобной кости, это неэффективно. Мова йшла про те, що на кожному підприємстві повинна спеціальна група людей, які фахово цим займаються. І починаючи від скринінгу до дезінфекції, до маршрутних карт, за це відповідають. І займається цим кожен день. Не від зміни до зміни, або там від випадку до випадку, а займається цим кожен день. Мы взываем все-таки к разуму людей, потому что какие бы жесткие мероприятия государственная система бы не внедряла, но если люди не будут понимать и выполнять эти правила общепринятые, мы не достигнем успеха. И очень важно, действительно, сейчас у нас есть возможность донести это до населения, и чтобы люди честно относились друг к другу. Если у тебя есть простудное заболевание, не нужно идти на работу. Даже на чуть-чуть. Даже если начальнику сейчас буквально 10 минут нужно доделать бумагу какую-то и оставить.